Рустам Эмомали потребовал покончить с пытками задержанных. На заседании в парламенте спикер призвал Генпрокуратуру усилить профилактику экстремизма, коррупции, хулиганства и, самое важное, разобраться со случаями пыток в СИЗО и тюрьмах, а также пресечь неуставные отношения в армии. Похоже, власти решили быть более открытыми с гражданами и не замалчивать острых социальных тем. Так, на днях назад министр обороны признал случаи дедовщины в ВСРТ и пообещал с ней бороться. Ну что же, признание проблемы – первый шаг к ее решению.